Привет, друзья. Ну, сейчас мы вообще-то микрофон проверяем. Микрофон проверяем, потому что вебинар сегодня в 20 часов. 20 часов вебинар для новичков, чтобы сразу получили результат. Да, это особый вебинар. И вот сейчас как раз мне книгу прислали из издательства АСТ. Я, конечно, очень благодарен. И очень благодарен нашему литературному агенту, который, ну, вместе со мной столько там боролась, чтобы там в этой книге было то, что я написал, потому что я там писал и в обычном стиле, и в стихотворном стиле, чтобы донести до читателя до понимания, потому что мы имеем право не только на свободу, мы имеем право на понимание, на понимание. Это очень важно. Книга, вот я смотрел, счастлив ли я, получив книгу. Конечно, я счастлив в том смысле, что здесь наша школа, Человек будущего, отмечена, как я и хотел, Homo Futurus. И тут есть, я посмотрел, уже в конечном виде, посмотрел участники нашей школы тут выступают и свои новые приемы по принципу ключа создали. И я их, конечно, включил. И в следующей книге включу еще участников, которые изобретут свои приемы на основе принципов ключа. Это очень важный принцип. Да. И вот хотел сказать, счастлив ли я. Но я дружил вот с маршалом Скоморуховым, который был начальником Монинской академии, дважды Герой Советского Союза. У него была такая книжка, он мне подарил, «Боем живет истребитель». Значит, я тоже счастлив, когда я в бою. Да, ну, когда я ее писал, когда мы с Нелли Зариповой старались там все-таки убедить издательство, что вот этот стих нельзя вот так вот менять, потому что там было, например, написано «Хотя сердце разорвано напрочь, у нас есть еще в жизни талант», а там было написано по-другому «Хотя сердце разорвано на куски». Ну, конечно, мы добились своего, но в конечном счете мы не добились того, чтобы картины мои туда поставили, потому что там была третья модальность, не только текст обычный, как я пишу, не только стихи, которым я довожу до тех, которые могут понять это через стихосложный ритм, но и через картины. Ну, обещали все-таки, а потом клятвенно обещали, что в следующем издании обязательные картины будут. Но в следующем издании, я вот надеюсь, что будут еще наши участники школы «Человек будущего». Ну, конечно, я счастлив, но куда деваться. И благодарен АСТ издательству, Нелли нашей Зариповой, литагенту. Ну, что бы я без нее делал? Без нее бы не вышла эта книга. Да, по многим причинам. Еще в 2011 году она мне предлагала, давай книгу выпустим. Но тогда я был не готов. У меня там проблемы в центре были большие. Ее приводила ко мне моя приятельница, близкая, почти родной человек, сестра моего друга Хархарова. Да, она сама доктор наук, профессор, она и в диссертации своей докторской использовала метод ключа, я ей тоже, Светлане, да, передаю привет и огромную благодарность. Огромную благодарность. Вот, ну, счастлив ли я? Во-первых, вебинар. Я когда сажусь за стол проводить вебинар, я себя настраиваю. Я уже говорил о том, что я настраиваю себя на то, что мне ничего от вас не нужно. Я свободный человек. Это первое. Второе, значит, на любовь. Я настраиваюсь на любовь, потому что я вас всех люблю, потому что вы мне все как дети, потому что мне уже 4 марта 70 лет. И вот сейчас, когда пришел курьер, принес эту книгу, я его по телефону просил, вы, пожалуйста, за полчаса мне еще раз позвоните, потому что я инвалид после травмы. И мне тяжело до дверей добираться, чтобы я мог собраться там, причесаться, ну, это же положено, чтобы выглядеть хорошо. Да. Он говорит, конечно, когда пришел, когда я там расписывался, я никак не мог расписаться, это целая проблема, вот там ручка ломалась и так далее. Он говорит, какой же вы инвалид, у вас такие руки сильные.
Ну, как говорится, знал бы он, что я пальцем прорубал 6 карандашей в связке, а ребром ладони кирпичи, потому что я же с Гусейном Багаваевым в подвале в художественном училище в свое время мы занимали джиу-джитсу, а Гусейн потом создал школу «Пять сторон света», и все его вот эти ученики стали потом, значит, ну, все золото мира забирали по ушу Сянда. Конечно, но он же не знал об этом. А я говорю, слушайте, а я вас вроде видел. Он говорит, я вас вроде видел, вроде я уже заходил к вам. Да. И он говорит, а вы говорите инвалид. Я говорю, слушайте, а сколько вам лет? Он говорит, 60. А это старичок. Он говорит, я не доживу до вашего возраста. Я говорю, мне 70 уже скоро. Я, говорит, не доживу. А вот ты старичок. Я говорю, как 60? Он говорит, да. А я говорю, почему вам 60 лет, а вы так считаете, что вы не доживете? Доживете и переживете, и меня и еще всех переживете. Ну, как обычно, я говорю дежурные слова, которые для поддержки все друг другу говорят, когда кто-то жалуется, что он нездоров. Он говорит, даже тяжелая такая. Но я вот, представляете себе, вот иногда мне кажется, вот женский взгляд и мужской взгляд. Женщины обычно как, они вот независимо от обстоятельств, они не должны удивляться, у них времени нет, они должны жизнь сохранять. Вот. И они, как правило, ну, если она зашла в магазин и там видит, что там покупают за большие цены много-много людей, ей кажется, что у всех деньги есть, а вот только у нее нету. Вот. Ну, так, мне кажется, потому что у меня мужской взгляд. Я вообще хочу понять, как устроен женский взгляд, и поэтому следующую книгу я вообще-то, поскольку женщина-берегиня, я хотел назвать ее следующую книгу. Она у меня уже написана, просто ее отредактировать надо и издать. Я ее хотел назвать, знаете, как вот так вот как-то «Наука человечности», но еще фразу там со словом «женщина», «женская тайна» или, ну, короче, что-то там такое нужно, чтобы была берегиня. Потому что мне кажется, что женщина все-таки видит мир глазами мужчины. Потому что она же настолько сильно привязана к земле, к практике земли, ей же надо детей родить и на ноги их поставить и обеспечить им будущее, что им не до высоких материй. Ну, мне так кажется. Но я же мужчина, я же не знаю, как она устроена. И поэтому на все пытаюсь смотреть, и всю жизнь, поскольку я был озабочен, как устроена женщина, я же мужчина все-таки. Вот. И на все я пытался смотреть глазами женщины. И потом я вот тут увидел, что в принципе во мне женское начало тоже есть, иначе бы я не мог понять, что надо попытаться понять, посмотреть на мир глазами женщины. Я там увидел берегиню, которая сохраняет жизнь на земле. Но я в то же самое время увидел, что она очень эмоциональная, это существо. Вот я вчера смотрел фильм какой-то, там и песня была Софии Ротару, как два лебедя там летели, и кто-то выстрелил, и один она погибла, и там про лебедей, у меня слезы текут. Ну, видимо, я такой трогательный, хотя кирпичи перерубаю. Ну, что делать? Вот есть такая вещь, которая называется человечность. И мне кажется, что человечность очень сильно связана с глазами женщины. Мир глазами женщины. Вот я хочу вас, женщины, спросить, как вы думаете? Ну, мне одна девушка в свое время, в которую я был влюблен, она сказала, женщины всегда понимают женщин. То есть у них какой-то отдельный мир, какой-то мир. Я тоже мужчин понимаю. Мне они даже и в этом смысле не интересны. Потому что я от и до знаю мужскую психологию. Вот. Женскую меня всегда пытался проникнуть и увидеть мир глазами женщин. Да, думаю, они прагматичные, думаю, как пословица, им не важно, как устроены часы, главное, чтобы все время точное время показывали. А мужчине важно, чтобы знать, как устроены, чтобы они показывали все время точное время, надо знать, если поломается, как их починить. Ну, это вот такие вот полюса. Ну, еще раз о книге. Значит, книга
Вот видите, используй стресс, заставь стресс работать на себя под заголовок. А так называется метод ключ от комнаты страха твоего мозга. Но это тоже не я придумал от комнаты страха, это вот АСТ придумал. Я им говорю, зачем я хотел от страха к свободе. Ну, это же издательство, им надо продавать и так далее, и так далее. В общем, ладно. Так что о счастье. Сегодня у нас вебинар. Насчет звука, пожалуйста, напишите, нормальный звук или нет, потому что мне придется или дальше микрофон поставить, или ближе поставить. Если нормально, там напишите нормально, если нет, нет. Да. И еще я хочу вам сказать, что на этом вебинаре, конечно, будут люди с паниками, потому что я все время хочу рвануть вперед. Ну, как говорил мой директор Петросян, Эдик Александрович, слава богу, я родился не женщиной. Я говорю, почему, Эдик Александрович? Он говорит, потому что отказать никому не могу. Отказать никому не могу. Так вот, в том смысле, что я-то хотел сделать прорыв вперед, чтобы наконец-то занялись развитием творческих качеств, изобретательских способностей, работать с неопределенностью, именно чисто мужские задачи такие. Вот. Хотя женщина, идя в магазин, тоже изобретает, как и что купить в условиях жестких временных ограничений, когда денег нет. Это тоже изобретательское мышление. Поэтому вебинар полезен был бы и для женщин, и для мужчин, и для детей, и подростков. Но все дело в том, что вот отказать никому не могу. Мне вот звонят, вот у меня паники, у меня там страхи. Помогите, у моей бабушки палец на ноге болит сильно, она спать не может. Ну и что делать? Ну что делать? Отказать не могу. Поэтому будут, конечно. И поэтому я сегодня, сказать, последний вебинар по паникам делать буду. Тоже понимаю, что никогда не говори последний, потому что жизнь такая штука, что не ты распоряжаешься. Судьба у меня такая, раз я врач, я даже подписывал раньше свои книжки предыдущие. Да, нет радости, как у писателя обычного, понимаете, или как у журналиста, или актера, подписал и ушли, да? Нет, обязательно прицепится кто-то, скажет, вот у меня бабушка, вот у меня сестра, вот у меня дочь или сын больной, там помогите. Ну, это тяжесть, это большая тяжесть. Быть известным человеком для меня – это большая тяжесть. Я должен отрабатывать это доверие. И сегодня постараюсь отработать и получат эффект сразу. Те, которые с паниками, и те, которые, слава богу, у них не будет паник, потому что они поймут, как устроен мозг. Я расскажу ей, что надо делать в первую очередь, если у вас появляется тревожность и так далее. Но в первую очередь скажу, да, тем, которые в тяжелом состоянии. Я попрошу сразу на вебинаре. Выходи, кто чувствует себя хуже всех. И кто-то там поднимет руку, потому что надо в Zoom всем заходить, там Влад или Наташа, или кто-то из моих других помощников добровольных, они сбросят, то ли из Беларуси, то ли с Украины, то ли из Кишинева, ну у меня же много добровольных помощников, они сбросят Zoom, и вы в Zoom выходите, одновременно потренируетесь быть увереннее, смелее, там очень много аспектов сразу я даю. Ну и напоследок хочу сказать, когда остается до какого-то важного момента в ожидании встречи, напряжение растет, и почему происходит замыкание, почему ты начинаешь волноваться, и как перенастроиться, это тут уже я расскажу. Главное, чтобы вы задавали вопросы, чем больше и больше задаете вопросы, потому что наш вебинар для новичков. Ну, как на каждом вебинаре, там есть новые и новые элементы, и вы узнаете столько нового, и все зависит от вас. Если вы почемучки, я готов делиться своим опытом. У меня открытое сердце, как у женщины, но у меня холодный ум, как у мужчины. До встречи, друзья!